Чувашии определился кандидат на должность председателя Государственного совета республики. Сейчас его обязанности исполняет Альбина Егорова. И именно ее кандидатуру выдвинули на должность спикера республиканского парламента депутаты на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». С осени 2016 года Альбина Егорова являлась заместителем председателя Госсовета Чувашии, а с октября прошлого года исполняет обязанности председателя. Избрать спикера планируют на ближайшей сессии Государственного совета. Она назначена на 12 февраля.